Дорогие украинские братья и сестры, год назад вы подверглись жестокому нападению. Год назад начался ваш путь к победе. Когда над Украиной нависла смертельная опасность, вы продемонстрировали исключительное мужество и решительность. До сих пор ваша борьба вдохновляет каждую свободолюбивую страну. Когда вам будет тяжело, помните, вы не одиноки. С первых дней этой ужасной войны Литва и ее народ были с вами. И до последнего дня мы будем с вами. Вместе к победе. Слава Украине!